То есть сейчас тренировка защищать экономическую безопасность Родины. Практически упражнения. Скажите, пожалуйста, вот сегодня у нас в Кингисеппе проходят такие, наверное, первые соревнования, которые такого уровня, не столько команд. А можете сказать, что за федерация и кто организатор вообще всего этого? Организатор — местный спорткомитет, спортотдел и местная федерация пинбола города Кингисеппе. Вот, судейский состав — это сборная Санкт-Петербурга и области. Как вы видите, как спорт, развитие его идет, привлекает вообще людей? Очень хорошо, потому что, значит, в 2016 году сборная России молодежи выиграла первенство Европы, заняла первое место. Сборная ветеранов наших пинбола в Барселоне, был чемпионат мира, привезли золото, первое место. То есть все идет. У нас много уже начало появляться мастеров спорта международного класса. Поэтому этот спорт не только у нас в России, но еще и за рубежом, как международный спорт. Да вот из тех команд, которые сейчас есть, вообще есть такие уже заранее, можно сказать, немного победители, которые более профессионалы? Сейчас сказать, потому что в основном сегодня будут играть не совсем спортсмены, а те, кто раньше играл в лесу, на танке. И это, можно сказать, первые их начинания именно в спорте, по спортивным правилам. Вот, ну, то есть они, конечно, отличаются, чем в лесу. Первое начинание. Быстрее, 10 секунд! Вы просто...
Вообще, впервые играем впервые. В пейнтбол. Да. Ну и как ваши ощущения? Удачно все. Интересно, адреналин есть даже какой-то. Но вообще советуете прийти тем людям, которые... Ну да, начинаешь. Попробовать должен каждый. Это очень круто. Thank you.
Это же пара команд! Быстро готовимся! Отдираем! Мазы меняем! Ah!
безумно понравилось, несмотря на то, что ни одной игры не выиграли, но мы были близки, у нас был командный дух. В общем, здорово, спасибо организаторам. Ну а те, которые сегодня не были и не участвовали в играх, что бы им бы сказали этим людям? Вообще это интересно? Да, конечно, нужно активно проводить время свободное, не сидеть просто дома у телевизора. Несмотря даже на то, что погода немножко такая пасмурная, все равно здорово подвигаться, провести время с товарищами, с коллегами, с друзьями на свежем воздухе и вообще безумно получить безумное количество впечатлений. Здорово. Скажите, пожалуйста, вот вы организаторы вот этого мероприятия, вот как первые соревнования вообще проходят? Сейчас финал будет? Сейчас в состоянии легкого такого вот эйфории находимся, потому что это впервые, конечно же, все происходит. Мы считаем это своим небольшим, можно сказать, достижением, хотя мы ничего такого глобального, конечно, не сделали, но мы считаем, что у нас есть шансы развиться дальше, потому что, судя по всему, мы вот ходим, разговариваем с людьми, участникам понравилось, несмотря на то, что у кого-то, может быть, не самые высокие результаты, судя по всему, мы будем продолжать расширяться и привлекать как можно больше людей, потому что все-таки спорт, здоровье миллионов. Мы хотим жить в здоровой стране, чтобы всем было весело и интересно проводить время. Нет, не поползу. Я буду перебегать зигзагами. Я сначала встану на этот конус, короче. И сюда, потом, я думаю, буду перебегать на этот. Предохранитель.
Скажите, вот закончили соревнования, кто вообще выиграл? Я выиграл. Я провел первое соревнование, поэтому я выиграл. Федерация выиграла пинбол, потому что мы провели, смогли провести эти соревнования, несмотря ни на что, несмотря на отсутствие спонсоров, несмотря на отсутствие... Ну, спасибо комитету по спорту, Соснину, Саше, вот он помог, он поддержал нашу идею, поверил в нас, Мамыровой спасибо, Надежде Николаевне. Они, конечно, молодцы, они нас поддержали, они дали нам карт-бланш на это поле, на все это. Ну, я думаю, город выиграл с того, что у них появился новый вид спорта – пинбол. Несмотря на погоду, несмотря на что, мы сделали это дело, просто подняли с нуля, и я считаю, что это круто. А скажите, а из команд кто выиграл? Ну, походу, выиграл у нас, получается, армеец. Армеец – это молодые ребята? Это молодые ребята, совершенно молодые ребята, которые, ну… То есть они сейчас выиграли матерых дядек с таможни. И я считаю, что это стимул для тех, кто будет играть дальше. Что неважно какого-то роста, возраста, главное твое желание, твое мастерство, твой успех. Скажите, а что нужно тем людям, которые вот были как зритель, чтобы к вам записаться и вообще заняться этим спортом? Просто позвонить. Мне очень понравилось, как показал себе армеец. В прошлом году он приезжал в Санкт-Петербург. Играли они чемпионат Санкт-Петербурга среди молодежи. Вот, они заняли третье место. Привозил как раз вот Алексей Печенегов их. Вот, и клуб, который вот, армеец, патриотический клуб. Да, да. Вот, это из руководителей привозили. Вот они заняли третье место. А команды там были такие серьезные и сильные, вот они молодцы. Но вот я как раз тоже там судил соревнования, и, скажем так, подрос по сравнению даже, то есть, как бы так, на уровне. А таможня хорошая команда, слаженно очень играли, наверное, единственная команда, которая общалась на поле. Вот. Остальные, конечно, немножко сыроваты, но это для них первый турнир, поэтому тут... Больше адреналина, чем в лесу, тут совсем другое, скорости больше. Потому что спортивный пинбол, если сравнивать, допустим, с тактическим пинболом, лесным, или там развлекательным, конечно, уровень игроков – это как вот спецназ в армии. У спортсмена это как бы спецназ в армии по сравнению с этим. Поэтому, конечно, тут немножко все по-другому. Но успехи очень неплохие, молодцы, что вообще команды собрались. И, скажем так, если будут тренироваться и в этом направлении работать, будет участвовать в соревнованиях, я думаю, рост будет хороший. Вот. А в области это, наверное, единственные команды областные, которые играют в спорт. Потому что в основном играют питерские команды, которые живут в городе. Поэтому тут первый раз. Понятно. Ну, а вам, как профессионалу, соревнования прошли на хорошем уровне? Да, соревнования прошли на хорошем уровне. Конечно, скажем так, судейство у нас было такое очень лояльное. Многих там как бы поправляли, подсказывали, потому что люди как бы для некоторых вообще первые турниры. Вот, поэтому как бы, но потенциал есть очень хороший. Ребят, как ощущение? Вот вы заняли первое место. Кайф! Конечно. Отлично. Старались, боялись, и нормально. Да. Понятно. Зато теперь шок. Накушаемся. Накормят нас. Понятно. Что стало, ну, наверное, я не знаю, как сказать, причиной, не причиной того, что вы победили? То есть вы часто занимаетесь этим? Командная работа, и у нас сборы два раза в год, и примерно раз в год стараемся на пинбол играть. Громкий голос. Угу. Да, и громкий голос командира, который распределял кто где. А что самое важное вот в пинболе, вот в вашей команде? Команда, да? Патронов все друг добежать, друга прикрывали. Просто. Даже если у тебя нет патронов, все равно ты гасишь. И бояться. Мне лично, я все поле перебежал без патронов, меня друг прикрыл. Да. Плюс есть тактика передвижения. Да, пока тактика. Один стреляет, другой перебегает, потом этот стреляет, другой перебегает. Это тоже, тактика тоже основополагающая, так, что помогает нам. А сколько лет самому старшему из вас? 17. 17. Понятно. То есть молодость победила всех. Да. Наверное. Можно и так сказать. Спасибо. Мы хотели взять Александра Сергеевича, но что-то он сказал, что он всех победит, поэтому отправил нас. Так, ну, закончили сегодняшнее соревнование на Кубок города Кингисеппа. Все молодцы, играли очень хорошо, упорно. Соперники у вас были у всех достойные, группы сильные. Вот, ну вот у нас вышла четверка победителей.
Четвертое место заняла команда МВ. Поздравляем. Команда ЕСТ. Третье место. Орех. Берите второй. Держи. Третье. Муль. Команда таможни. Мало. Конечно, я. А можно я один? Давай. Команда армеец! Самые молодые участники сегодняшнего турнира. Иди, он даже колокола бьют. Да. Вашу честь бьют колокола. Чтобы именно спорт, вот ваши команды, это, наверное, первые за последние там, скажем так, лет 7, это точно, первые команды, надо которые начали участвовать в спорте. Очень надеюсь, что традиция эта будет продолжаться. И еще Кингисепп будет рулить ого-го какими командами. В том, что распространял новость о предстоящем сегодняшнем событии. И вот ему повезло, проводили розыгрыш мы, и он выиграл набор вкуснейших, натуральнейших пирожных. Спасибо.